Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Я хочу сегодня открыть фласку. Это вторая у меня фласка. Хараела ретрокала. Вот здесь сколько много растений. Она у меня пришла в мае. Это из альбома Мики. Мае. И вот она у меня стоит. Хочу ее открыть и рассадить. Моя хараелка чувствует себя прекрасно, она постоянно цветет. Вот только отцвел цветочек у нее, и вот снова будет бутончик. Она нежно-нежно пахнет. Очень миленькая, симпатичная такая орхидейка. Вот это стоит у меня с моими фласочниками. Как видите, она прекрасно себя чувствует. Ну и я ее тоже высажу отсюда. То есть у меня будет определенная посадка с другими орхидейками. Она заметно подросла. И вот такой вот малышок. Фотографии ее я поставлю. Ну, по-моему, я ее уже показывала. Ничего я менять не буду, я открою фласку и разобью так, как я это уже делала. Этот способ мне нравится, и не нужно мне писать, посмотрите на том канале, посмотрите на сём канале. Каждый делает так, как ему удобно. Способ выбить дно и начать промывать, не травмируя корни, меня устраивает больше. Растений там очень много. Ну, когда разобью и посчитаю, сколько их там. Единственное, что не нашла, в прошлый раз я пользовалась такой резиновой киянкой, не нашла я ее в сарае, и напильник куда-то пропал. И вот более экстремальный будет вариант. Огромный гвоздь и просто обычный молоток. Попробую так в этот раз разбить. Опускала весь сарай, куда делась резиновая, не знаю. Понюхаю. Ну, там целый лес, не знаю, видно. Целый лес малышей. Так что буду разбивать сюда, в таз. И вот здесь у меня уже теплая вода. Будут там они промываться. Мне не нравится способ вытряхивать под водой, стоять, трясти, ломать корни. Этот вариант меня устраивает больше. И он намного быстрее. То есть каждый делает так, как ему нравится. Как он считает, что ему это удобно. Да, с молотком, наверное, здесь будет более проблематично. Ну, попробуем. Ударила по одной стороне. Сейчас переставлю. Там есть цветоносы, поэтому тоже надо быть осторожными. У меня мокрая рука. Так, дырка. Еще одну. Попробую с этого раза уже выбить дно. Ну вот. Все намного быстрее. И удобней. Порезаться невозможно, потому что все осколки падают в таз. Сейчас я все это выброшу. И вот малыши, пожалуйста, все целости, сохранности. Никто не пострадал. О, какая куча мала. И пойдут в теплую водичку отмываться. Я уже приготовила фитоловин. Одна вот эта ампула на литр воды. Приготовила витаминки Super Drive. Ну, все будет точно так же, как я и делала в прошлый раз. Мусор выброшу. Давайте их помоем. От питательной среды. Ну, заодно потом я их посчитаю, сколько их у меня. Маленьких симпатичных хараелок.
Здесь есть и маленькие, и большие. Отмываю в воде, в теплой воде, маленькие сеянцы. Вот такие малыши. Я уже говорила, что когда мы иногда получаем растение маленькое, и у них вот такая вот черная, то значит они росли во фласке. Это от питательной среды. Я вот снимаю вот такие листики. Здесь есть маленькие кустики, есть побольше. В принципе, вот те, которые побольше, я их буду уже сажать в задуманную мной посадку. А вот которые совсем малыши, я их посажу в мох и буду выращивать. Ну, вот смотрите, какая большая. Все, это уже готовое растение. Его посадить, и оно в скором времени зацветет. В принципе, вот это похоже на цветонос и на корешок. Питательная среда вот вся на дне. Я говорю, что я не порезалась, растения у меня не пострадали. Вот здесь три растения. Вот большое, маленькое, два. Я не буду делить. И вот так их вместе посажу. Ну, после теплой воды я их разложила. 38 штук я насчитала. Ну, вот эти вот я оставлю себе. А вот эти малыши будут высажены. Здесь просто есть совсем крошки. И у них там прям еле-еле корешки. Буду соединять точно такие же. Вот. У них, видите, не очень хорошо. Может быть, нарастут корешочки. Вот. Сделаю по две в одном стаканчике. Сейчас я разведу фиталовин. И по-разному замочу. То есть те, которые я оставляю себе, и те, которые буду выращивать. Вот эту буду выращивать. Смотрите, какая. Это уже большой цветочек. С очень хорошими корнями. Вот тоже. Так, сейчас будет фиталовин. Отрезала одну ампулу фиталовина. И у меня дождевая вода, которую я собираю для цветов. Два миллилитра на литр воды. Я их разделю и замочу. Вот этих, которые я оставляю себе, я их прям в стаканчик положу, в кружечку мерную. На 15 минут. А вот эти положу сюда, ну, чтобы уже не путаться. Раз решила так поделить, значит, так и буду обрабатывать. И потом я их буду обрабатывать в витаминках. Прошло 15 минут. Достаю малышей из фиталовина. И сейчас буду разводить витаминки. И вот эту кучку тоже. На салфеточке. Пусть просохнут. Чуть-чуть. Пока я развожу фиталовин, они полежат. Просохнут, потом буду им заниматься. Вообще, если вы разводите Super Thrive по инструкции, там одна капля на 5 литров воды. У меня вот такая пипетка. Очень люблю эти пипетки. Пахнет прям витаминами, когда много-много витамин. Я развела эту одну каплю 3 литров воды. И опять сделаю то же самое отдельно. Тоже на 15 минут. А вот этих малышей в таз.
Я достала всех малышей из витаминок. Сейчас они будут сушиться, и я буду делать посадку. Окончательную посадку я вам как-нибудь потом покажу, уже не буду снимать на камеру. Как вот этих я сажаю в стаканчики, они будут посажены в мох, новозеландский мох, и в маленькие одноразовые стаканчики. Ну, в общем-то, все то же самое, как и делала в прошлый раз. Вот такая вот куча хороелок. И вот вместе с вами мы разбили вторую мою фласку. Всем пока и до встречи на моем канале.